Вітаю, шановні глядачі, вітаю, шановні гості. Вчора у програмі «Контраргумент», що була присвячена злободенній темі податків, дуже багато чого цікавого ми обговорювали із гостями, з експертами. Втім, як завжди це буває, коли тема справді цікава, лишилося багато чого такого, що варто ще договорити. І тому, звичайно, що програма «Контраргумент по скриптам» присвячена саме тому, чого ми не встигли вчора обговорити, про що ми не встигли, так би мовити, де ми не встигли дійти якоїсь певної думки. І сьогодні дуже радий вам представити у нас в гостях в нашій студії Надія Іванова та В'ячеслав Сімченко, люди, які вам добре відомі, і як громадські діячі, і як вдалі і успішні господарники, і як з певного часу вже і політики. Тому, власне, розмова наша стосуватиметься різних галузей, різних аспектів такої теми, як податки. Втім, щоб не гаяти час, отже ми працюємо всього-навсього 26 хвилин, я думаю, що нам саме слід послухати гостей. Отже, панове, пані та шановні гості, скажімо так, скажіть, будь ласка, що таке важливе вчора лишилося за кадром, що ви дуже хотіли сказати, але не встигли? Давайте почнемо з дами. Начинать всегда тяжело. Ну, много важных вещей, наверное, в связи с тем, что все-таки много налогов, большое обилие, да, у нас большое разнообразие, будем говорить, налогов, которые осаждают нас. И есть много налогов, которые интересуют не только предпринимателя и простых лиц обывателей, да, это такие, как налог на недвижимость сегодня. Вопросы в том, что там не учтены количество жильцов, да, на квадратный метр, то есть много, ну, как бы, сам по себе закон неплох, идея неплоха, но его надо бы допрописать, насколько я понимаю. И есть такие вещи, которых мы не коснулись, да, это раньше был транспортный сбор, и платили владельцы автотранспорта, только автотранспорта. Теперь этот транспортный сбор чудесным образом включен в цену ГСМ, то есть как не единожды включен. И если раньше, по крайней мере, те люди, которым ГСМ нужен не для того, чтобы ездить по дорогам, да, например, обрабатывать поля на тракторе с плугом, он не выезжает на и не портит дорожное покрытие, там был меньший транспортный сбор сообразно его проезду по дороге. А теперь, получается, все платят непонятный, явный транспортный сбор, абсолютно все, выезжая, не выезжая, да, на дороге. И при этом качество наших дорог и тот бюджет, который на них выделяется, все знают и понимают от мала до велика, что, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего сегодня, да. Может, я сейчас что-то так в сумбуре забуду? Ні, давайте так. Ми все ж таки не будемо перераховувати, що в нас взагалі погано, а поговоримо про те, що ми можемо тут на місці зробити і як політики, і як громадські діячі, і як журналісти, для того, щоб було краще вже тут і вже найближчим часом. Адже, ну, зрозуміло, що ми, звичайно, ви як політики можете апелювати через ваших народних депутатів до нашого вищого законодавчого органу, щоб вони щось змінили. Втім, це відбудеться не завтра. Що від нас залежить такого, щоб ми могли зробити це зараз? Будь ласка, В'ячеслав Валентинович. Два моменти. Вчора не зовсім коснулися одного питання, чуть-чуть затронули. Це то, як зв'язана система налогообложення з тою реформою адміністративно-територіальною, яка у нас планується. Якраз Ігор Сімчук коснулася цієї теми, але ми її чуть-чуть не розкрили. Дійсно, то, що вона розказала о том, що уже у всех это притча во языцах про дерибан бюджета и прочее, но все покрыто темным мраком, то есть люди не знают, вернее, откуда деньги берутся, все понимают, да, кто платит налоги, но никто не видит и не понимает, куда деньги расходуются и как. Ну, все понимают. Ну, да. Ну, да, как вчера было сказано, ну, когда тут некоторые зернотрейдеры своими машинами разбивают дороги, только какой-то зернотрейдер оказался каким-то безымянным. Основная, как тут может решиться проблема? Понятно, основное, что должно быть, громада должна знать и видеть прозрачно, куда расходуются деньги, что покупается, по какой цене покупается. Если сегодня это все как-то так обезличено, то по завершении, опять же, этой реформы, там, где
от нас зависит, от людей, когда каждый человек осознает, что он член громады, и деньги, которые платятся в бюджет, это почему оно связано? Потому что в результате реформы основная большая часть средств будет оставаться на местах. И каждый житель понимает, что это в том числе и его деньги. Это не деньги там, горсовета, это не деньги мэрии, там, еще кого-то, это деньги его. А власть, депутаты, мэр, они только лишь распределяют, только что называется менеджеры, управляющие. И когда, если обеспечить прозрачность и открытость, если это будет вот на сайте висеть, пожалуйста, каждый гражданин может зайти и увидеть, куда расходуются деньги. У вас есть какие-то конкретные решения? Я знаю, что вы говорили о некой вот этой интерактивной карте, которую ваша партия инициирует. Это уже есть. Рабочая группа уже отработали этот инструментарий, он уже фактически готов. Я думаю, в ближайшее время мы это будем презентовать в качестве подарка. Ну тогда я в качестве нескольких крупных флажков на карту, я предлагаю вам обратить ваше внимание на Коблевскую зону. У нас есть об этом сюжет, и вот мы можем посмотреть на примере этого сюжета о том, как буквально из воздуха, ну, скажем так, из морского воздуха появляются деньги, которые ходят неизвестно куда. Пожалуйста, сюжет. Одеса – фестивальне місто. Цьогоріч облдержадміністрація сусіднього регіону прийняла постанову, в якій прописала знижки для громадських та спортивних організацій. Тож проведення більшості масових заходів, які давали левову частку грошей до бюджету селища, району, а в результаті і області, було перенесено саме туди. Представники влади зауважили, що відпочиваючих необхідно заохочувати сервісом та новими проектами. А для цього потрібно працювати разом. Якщо ми не будемо боліти, якщо ми не будемо реально переживати, и хотите изменить, мы ничего с вами не сделаем. Я направлю и на кабинет министров обращение, поверьте, и по проверкам в том числе, которые также будут сегодня коллеги поднимать данную проблему. Но начинаем с себя. Під час наради представників туристичного бізнесу Коблевого із Вадимом Меріковим були обговорені і інші, не менш важливі питання. Молдавська зона конкретно вот, настільки перенасичена, уже перенасыщено, пляжа нет вообще, и было 30 пансионатов, я не знаю, сейчас, конечно, еще и добавилось. Строятся новые коттеджи, новые пансионаты прямо на дороге. Підприємці не знають, як боротися зі стихійними ринками, пляжними барами, виносними закусочними, у переважній більшості у яких немає жодних дозволів на таку діяльність. Але через прийнятий Верховною Радою мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу позбавитися позазаконних конкурентів неможливо. Вихід – адмінкомісії із благоустрою. Міліція готова ежедневно виділяти сотрудників для проведення ежедневних рейдів. Мене предприниматели підтримують. Приезжают с администрации, приезжают с области, наши силовики приезжают. Все прячутся, все хорошо. Только уезжают опять все на побережье. Это должно быть ежедневной кропотливой работой. Админкомиссия должна рассматривать статьи 153 ежедневно по 20 штук. Это доход, между прочим, в ваш бюджет. Зокрема, є можливість врешті-решт отримати кошти із державного бюджету завдяки програмі спільного інвестування. Але для цього потрібно розробляти спільний проєкт розвитку. І знову все впирається у єдність та злагодженість громади. Давайте ось зараз поговоримо про те, що залежить від вас, як саме від політиків. Тобто, ну, ви, Надія Валеріївна, представляєте просто партію «Батьківщина», ви взагалі очолюєте її у місті, Вячеслав Антонійович. І нарешті міліція почала казати, не, у нас немає міліції, щоб писати протоколи щодня, у нас немає важелів, у нас немає повноважень, будь-що там, ми там зараз маємо розслідувати кримінальні злочини, а не якісь там неправильну торгівлю. Зараз вже начальник міліції каже, що так, ми готові, давайте тільки працювати. Ну, зрозуміло, що у будь-якому випадку, так чи інакше, вас можна назвати партією влади, то, звичайно, що у вас є певні важелі на керівництво районів на містах, на місцях. Отже, скажіть, будь ласка, чи ваші активісти, ну, скажімо, Батьківщини є у кожному районі, є своя партійна організація, і там досить багато активістів. Чи ваші районні організації або люди, які так чи інакше вже, ну, зрозуміло, партія влади, є членами вашої партії, будучи там членами, керівниками адміністрації тощо. Ну, принаймні, у вас буде завдання, так? От скажіть, ви можете разом
От взявши цю проблему до відома, не просто до відома, а як керівництво до дії, просто щось з цим зробити, щоб, як казав пан Коба, кожного дня по 20 протоколів складалося за порушення. І таким чином і ті самі податки йшли у бюджет, і люди починали вже поважати закон. Адже ви пам'ятаєте, казали Вячеслав Валентинович, що люди не тому добрі, що вони добрі, тому що бояться покарання. Ну, тобто ви цитували Альбера Кам'ю. Отже, будь ласка. Ну, моє мнение, тут не одна отдельно взятая партія, не один отдельно взятий лідер не сможет решить ту либо иную проблему. Вернее, сможет, но только в одном случае, если это будет диктатура. Да, как там, где есть диктатор, там, где есть диктаторская партия, и там, где идет все достаточно жестко, тогда можно говорить, да, вот. Партия, она устанавливает все правила игры, шаг вправо, шаг влево, расстрел, прыжок, провокация. В нормальном же демократическом обществе все-таки на первая роль, основная роль, главная скрипка – это мы, люди. Вот. И если, допустим, да, любая партия, там, Батьковщина, БПП, там, УКРОП, неважно кто, своих активистов везде поставят там, на каждом углу, да, и будут поднимать все время где-то какие-то вопросы. Но если окружающим людям это все равно, им на это наплевать, то это, ну, все равно не закончится ничем. Единственное, да, реагировать, да, лоббировать там, где это в рамках законодательства, да, безусловно, это просто, ну, долг любой партии, безусловно, для этого партия создается. Но опять же, вот почему нация, я считаю, пробудилась, наша нация, нация украинцев, на Майдане, произошло очень мощное самоосознание себя. Вот теперь, ну, это было у нас глобальное самоосознание, вот оно теперь должно произойти еще на таких, на микроуровнях, потому что если вы понимаете, что рядом где есть нарушения, и ты проходишь мимо, ну, это в ущерб тебе, точно так же, и только совместными действиями, только при активной жизненной позиции всех граждан, можно решать эту проблему. А то, что любая партия, тем более, по большому счету, сразу же будет хвататься, как только общественность где-то поднимает проблему, любая партия с удовольствием берется, чтобы на этом пропиариться. Ну, может быть, наоборот, партия начнет поднимать проблему, а общественность будет пиариться. Тем более, что у нас хватает активной общественности, которой тоже нужен пиар. Вопрос в том, что если общественности это интересно, если гражданам это интересно, то задача политиков, наверное, поддержать. Так настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Чтобы вам не стать вожаками? Никто же не спорит. Никто не спорит, но никто не начинает. Вопрос в нужности этого всего. И к вопросу, да, децентрализации, люди еще абсолютно практически не понимают, что это, с чем его едят, и какая ответственность ложится моральная на каждого. Если сегодня вы были на сессиях там, в сельрадах, на местных советах, я вам скажу, что даже не все депутаты сельских советов сегодня, не на всех, не больших, понимают, о чем, что и куда. Им читают. Знаете, они все делают, сдаются. Был такой депутат городского совета Сергей Власенко. Он очень долго готовился к тому, чтобы стать депутатом. Несколько лет он ходил на сессии, он решил, что он будет заниматься землей, он изучал земельный кодекс и так далее. И когда он пришел, он, не став представителем земельной комиссии, оказался там самым компетентным. Вот мне один из депутатов говорит: Власенко думает, что он самый умный, что раз он знает земельный кодекс, он может нам рассказывать, что мы должны делать. Я говорю: слушайте, а вы не пробовали сами изучить земельный кодекс? Да нам некогда, но чего он нас учит? То есть, понимаете, это вот тот самый вопрос. Ребята, этот человек понимал, что он хочет быть политиком, и он понимал, в чем он будет специализироваться. Вышли в депутаты. Сейчас решаются вопросы, от которых зависит ваша судьба, но вы не удосужитесь почитать закон. Так что вы вообще делаете в качестве депутатов? Согласен. Тут вопрос, да, кто с какой целью туда идет. Кто идет, чтобы действительно что-то постараться изменить к лучшему. Вы знаете, вот я не случайно вот вас каждый раз так вот в прямом эфире допрашиваю как партии, потому что вы правильно говорите, что пришло время активных действий. Но кто-то должен начинать. Ведь согласитесь, если бы сейчас не появилось вот этого вот крайнего срока, когда децентрализация уже случится,
и, соответственно, нужно было что-то делать, то никто бы даже не открыл бы обложку закона, вот, касающегося децентрализации. Ну, когда-то, может, будет, там, за нас решат. Сейчас люди вынуждены это изучать. Точно так же, если вы начнете, то остальные должны будут подтянуться. Нет, ну, понятно, но раньше бы и этого не было. Вы помните, вот, чтобы до того, ведь разговоры о децентрализации идут давно. Ну, можете себе представить, что в некой далекой теории есть вообще возможность какая децентрализация. И вот собирается сход села, ну, давайте-ка поговорим о теории, что там вот, ну, невозможно, да? Сейчас села бурлят, мы каждую неделю выезжаем по нескольку раз. То есть люди стали думать, это их мобилизовало каким-то действием. И я полагаю, что если сейчас партии начнут делать, кроме... там, знаете, торжественного развоза там, каких-нибудь подарков, да, под прицелом камер, начнут делать что-нибудь социально полезное, то поверьте, никакой журналист вам не скажет, заплатите мне за то, что я вас буду пиарить. Они с удовольствием пойдут показать живой пример того, что вы делаете для общества. Поэтому вот бесплатный совет, заметьте. Основная цель пробудить каждого, но при этом, насколько я знаю, на депутаты очередной раз провалили закон об общественных слушаниях. Они почему-то боятся допускать общество, людей к обсуждению вопросов. Кстати, у нас была целая передача, посвящена общественным слушаниям, и там прямо сказали, ребята, ну туда явочным порядком будем делать. То есть, либо по закону, который давайте вместе принимать, либо не обижайтесь, как бы мы вам предлагали. Ну, давайте насчет дебаты провалили закон, как бы мы это знаем, и то, что общественное слушание тоже далеко не всем нужны, мы тоже понимаем. А у нас есть еще один замечательный сюжет о том, вот мы показывали, как можно получать деньги из воздуха. А сейчас давайте посмотрим, как деньги можно утопить в пивной пене и просто лишиться реального источника заработка. Пожалуйста. Пані Тетяна отримує ліцензію на торгівлю пивом. Має торгову точку у селі. Розповідає, до останнього вагалась, викладати гроші на касовий апарат і ліцензію, чи відмовитись від продажу вже спиртного пінного напою. Адже сума на придбання ліцензії та касового апарату для її гаманця суттєва. За ліцензію я заплатила 175 гривень на квартал. Ну, купила касовий апарат. 6 тисяч. А от пива годовий доход тоді який? Не перекриває. Касовий апарат за один год никак не перекриває. Для покупки касового апарата я взяла кредитні деньги. Підприємці середньої ланки бідкаються. Нововведення – важкий тягар для бізнесу. Оскільки закон прирівняв пиво до інших алкогольних напоїв, вимоги щодо його продажу стали суворішими. Головна з них – продавати пиво можна лише за наявності спеціальної ліцензії. Її вартість для торговельної точки у сільській місцевості – 500 гривень на рік, у містах – 8 тисяч. Також підприємців зобов'язали застосовувати реєстратори розрахункових операцій, касові апарати, які коштують від 6 тисяч гривень. Отже, поки одні чекають, аби отримати ліцензію на продаж, інші бізнес вже закривають. Дуже дорогі ліцензії. На пиво. Купаємо. У фіскальній службі зазначають, в області зареєстровано 792 підприємці, які займались роздрібною торгівлею пивом. До 1 липня 132 суб'єкти підприємницької діяльності придбали ліцензію на продаж винятково пива. І ще 494 отримали ліцензію на продаж усіх алкогольних напоїв. Тенденція така, у кого дозволяє квадратура, є норма розпространяється, що на алкогольні напітки має бути приміщення більше 20 квадратів. У кого эта норма позволяет им, люди покупают себе лицензию именно чисто на алкогольные напитки. И тем расширяют свой ассортимент, торгуют и алкоголем, и пивом. У кого не позволяет площадь 20 квадратов, те получают лицензию на пиво и торгуют чисто пивом. Попри визнання пива алкогольним напоєм, законодавець вирішив не обмежувати продаж хмільного площею закладу. Але, зазначає податківець, відтепер його реалізація на відкритих майданчиках та у наметах поза законом. Это должно быть либо какое-то помещение, киоск стационарный, закрытая какая-то будивля, споруда, переносное или малая архитектурная форма. В открытое помещение не выдается лицензия. Это нарушение действующего законодательства. Торгівля пінним напоєм у місті обертів не збавила. Продавці пиво не ховають, його вдосталь у кіосках та палатках. Відпускають хмільне на будь-який смак. Хоч розливне, хоч у пляшках. Але, угледівши камеру, тактику змінюють. Здрасте, девушка, продайте нам, пожалуйста, пиво. Не продам. Експеримент показав, усі з 10 перевірених точок продажу пива працюють з порушеннями законодавства. У багатьох відсутні ліцензії та касові апарати. Навіть при їх наявності чеки продавці не видають. І от нам живий примір
когда загоняется в тень бизнес, который может быть прибыльным, кормить тех, кто им занимается, и платить налоги. Тут я хотел тоже немножко сопоставить два момента. С одной стороны, действительно, то, что я уже говорил, налогообложение минимальных каких-то нищенских уровней зарплат, то, что я уже говорил, это налог на голод. Ну, как если человеку не хватает на элементарные вещи, на нормальное питание, обкладывать эти суммы налогом. Ну, это абсурд, это просто это неэтично. Второе, загонять в угол ряд мелких предпринимателей, которые, слава богу, если они кормят себя и кого-то еще. Сегодня они закрываются, банкротятся, пополняют партию отряд безработных. При этом тот налог, который наделал много шума, налог на роскошь, несколько раз его поднимали, но также его депутаты наши с треском провалили, так и не проголосовали. Вот давайте подчеркнем, что наши депутаты, это в том числе депутаты правящей коалиции, ну, то есть конечно. Члены блока Петра Порошенко, ну, правильно? Да, да, да. Тогда скажите, пожалуйста, а вот есть какая-то обратная связь между теми, кто на местах? Ну ведь в любой партии это разные люди, в том числе, которые пивом торгуют, да, которые покупают, которые видят, как уходят в тень налоги. Есть какая-то вот взаимосвязь между тем, что вы здесь видите, и тем, что там наверху принимается? Ведь вы же работаете в, ну, в неразрывной связке с вашими депутатами. Для того, чтобы понять прозрачнее ту ситуацию, которая происходит в Верховной Раде в депутатском корпусе, наверное, уместнее было бы получить информацию от первоисточника. Тут не хочется быть передаточным звеном. Ну, руководитель все-таки областной организации БПП, народный депутат. Я думаю, что ну уж кому как не вам, находясь рядом с ним, знать о том, что он там делает. Ну, тем не менее. И плюс, опять же, там много зависит от тех людей, которые эти законопроекты готовят, которые подают кабинет министров. Потому что, ну, это неправильно, я говорю, с нищих брать, увеличивать налоги, с богатых как-то так пропускать. Хотя... Кстати, я сейчас скажу, что вот поймите правильно мои вопросы относительно взаимодействия с депутатами. У нас есть очень положительный опыт работы с целым рядом депутатов, в том числе, кстати, членов правящей коалиции. То есть Тарас Кремень, Игорь Брыченко, Борис Козырь. Очень чутко реагируют на какие-то проблемы, в том числе, которые мы обсуждаем здесь. И на моей памяти есть как минимум 3 законопроекта, которые родились в этой студии и которые ими были донесены до необходимых инстанций и проведены в жизнь. Причем там ну, буквально разрыв был, там, ну, не знаю, там от момента начала до результата там, ну, 1.5-2 месяца. Ну, кстати, эффективная НДС, работа есть. Вот этот Турский подавал законопроект по упрощению НДС. Пока он там еще широкой поддержки не получил, я знаю. Ну, я хочу сказать, что любые действия, вот, направленные на улучшение нашей жизни, будут находить здесь самую живую поддержку. Надежда Мирна, вам пока как бы сложно похвастаться приближенностью к центру принятия решений, однако вот вы как предприниматель, который исправно платит большие суммы налогов, что об этом можете сказать? Ну, я могу, если откомментировать сюжет, то мне непонятно, почему пиво возведено сейчас в некий ранг, ну, такого особенного напитка, не относящегося ни к алкоголю, не относящегося, ну, безалкогольным его не назовешь. Ну, да. Еще можно было отдельно еще за это взять деньги, я так понимаю. Можно было отдельно за это. Ну, просто уже частный предприниматель платит единый налог, кроме этого. Поэтому лицензия как лицензия, вопрос, скорее всего, стоит более с кассовыми аппаратами. Хотите учет, раздайте всем. Ну, если хотите учет раздать всем, мы вчера об этом говорили. Да, если это будет если некая это централизованная будет... система, когда людям не надо будет платить сумасшедшие деньги за аппараты. Они поставят. Если сегодня РЭС хочет видеть прозрачное потребление, они приезжают и ставят счетчики прямого включения и ежеминутно видят, что у тебя делается. Им надо, они ставят. Ну, государство, так... если надо видеть все на отходжение, если взять, посчитать действительно экономику, то, наверное, стоило бы, хотя все понимают, что сегодня, если заказать оптовую партию большую кассовых аппаратов, то они будут далеко не 6 тысяч стоить, и вот там красная цена на ну, 500 гривен. И раздать всем, и сказать, что вот вам, ребята,
Не говорите, что нет. Знаете, ставьте. Вы думаете, ну, я думаю, что львиная доля тех, кто сегодня не может поставить, они бы... Нет, ну, я думаю, что они бы с дорогой душой поставили. Я думаю, что те, кто рассказывает, что мы не можем, у них уже не будет просто аргументов, потому что вот аппарат, давайте ставьте. Да, поэтому я думаю, что это был бы еще один шаг к детинизации нашей экономики. У нас государство привыкло все свои проблемы перекладывать на плечи своих граждан. Это большое сожаление. Вот, тут попытаться вот перевернуть. Ну вот мы для того здесь и собираемся, чтобы каждая наша программа хоть вот на столечко перевернула что-то, что мешает нам жить. На жаль, наш час вычерпан, и мы знову ж таки не поставили крапки, навіть коми, ми зупиняємось на 3 крапці. Втім, дуже добре, що люди, які справді можуть щось вирішувати у нашому житті, люди, які справді вважають себе політиками, а ми добре знаємо про них, що вони є і успішними бізнесменами, також переймаються цими проблемами, вони також є і їх проблемами. І тому є у нас надія на те, що якщо ми усі не будемо байдужими, то наші проблеми вирішуватимуться нашими спільними силами. Дякую, що були з нами. До побачення.